Здравствуйте, с вами Олегович, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Path of Exile. Так, мы телепортируемся в передний край. Я надеюсь, карта у нас будет открыта. Блять, ну что, они издеваются, что ли? Взяли, закрыли карту. Я херею просто, блядь. Теперь опять искать там надо, блядь, выход. В храм. Так, может нам повезет и мы сразу его найдем, я не знаю. Так, хорошо. А тут ни хрена. Так, амулет возьмем. Это что у нас тут? Храм Соляриса. Пойдем. Почему бы нет? Так, ну давайте посмотрим на карту. Это место — отголосок славы Старой Империи. Катушка для лент. Да. Сейчас тут два задания сможем выполнить. Да, давайте идем по этому краю. А может и нет, давайте глянем, а тут что? А, тут... тоже лестница. Ну что, симпатичный храм. Такие статуи, золотые, наверное. Так, дверьки. Ух, открыли. О. До свидания. Все, все легли. Какой-то стул здесь, не знаю, что это за хрень. Ого, какие-то толпы тут. Я думаю, куда вниз идти или лучше, или вверх. Вроде ничего интересного. Давайте в соседнюю комнату. Ух ты, можно и по воде ходить даже. Так, что у нас в соседней комнате? Вот и все. Ой, тихо, вазочка. Конечно же, там ни хера не было. Так, тут дальше есть, я вижу, дверь. Здесь больше ничего. Ой, я вижу главаря. Ой, как-то это не главарь был, это такой какой-то хрен. Моржовый. Быстро все сдохли. Так. Свиток мудрости и... ни хренище опять. Уже даже не очень хочется разбивать эти, блин, вазы всякие. Воу, тихо там. Да он бежит, я не понимаю.
блядь, я тут вообще охренел. Я совсем выдохся. Кто кого называется? Так, что тут есть? Топор есть. Это интересно. Мой топор 21.40, а тут уже 23.43. Вещи, я не знаю, падают такие, ну, дерьмовые, я просто охерею, блядь. Так, осталось, что у нас там один проход. Задержись на минуту. Какой-то Фотис. И чё? Да, ты подходишь. Слушай внимательно, я не люблю повторяться. В Реклости есть вершители великих дел и мелкие любители простой жизни. Один такой карлик тянет жадные ручонки к нашему будущему. Убей эгоистичного мятежника и сделай это как можно быстрее. Хоть от них сплошное разочарование, этот сорвиголова мне нравится. Сделай работу быстро и без лишней боли. Мастер убийств. Так, куда дойти? Ну, понятно, сюда. Лестничка, не знаю зачем. Вот и все. Скоро у нас уровень уже должен подняться. Так, что у нас тут? Блин, че, попробуй попади в это говно. Сразу убежал. Так, хоть что-то упало полезное. Так. Так. Что так легли все штабелями? Чувак. Тор Олгасон. Щит. Цепочка. Кольцо. Кольцо. О,
Амулет. Молния, огонь, а тот же. Да, ремень поинтереснее будет. Так, давайте дальше посмотрим, что тут есть интересного. Храм номер 2. Второй уровень. Интересно, сколько здесь уровней? 2, 3. Так. Хорошо, хотя эти статуи не выходят, блядь. Такие здоровые, блядь. Тёлки, блядь. Кто-то сказал за здоровую статую, как она уже вылезла. Что еще за хрень? Стяг штурма. Убилась сама об меня. Так, а тут что у нас? Куда пошел? Аполлон. Так, тоже тут дорога, в принципе. Ой. Пропустил. Золотой колос. Ай, хорошо. Гигантский флакон жизни 830. Нет, не надо, спасибо. Огромный флакон маны, ну просто огромнейший. Куда пошла? Хорошо. Живучая тварь. Так, давайте глянем, что-то сейчас тут повылазит нам. Так, ух ты.
куча деталей попадала. Так, и уровень подняли, отлично. Так, что мы тут? Вот, что хотели. Так, еще сюда нам надо выкачать этот. А потом я не знаю, куда идти. Тоже хорошие эти навыки. О, вот это хорошее. Вот это надо будет качать. Так, все. Куда побежал? Так, дверь я вижу. Так, а тут что у нас? Тоже какой-то спуск вниз. Одна уцелела ваза. Прикол, блин. Блять, я думал, тут какая-то дальше дорога есть. Хотя, в принципе, с другой стороны, хорошо, тут легче будет сейчас пройти. О, тихо. Крепкая тёлка. Так, что тут есть? Не, ничего хорошего. Так. Так, вроде ничего интересного, я смотрю. Еще дорога какая-то. Так, хорошо. А это куда дорога туда ведет? Так, там еще внизу и сзади нас дорога. Хорош. Так, сколько нам еще пилить? Так, есть сохранение. Так, давайте посмотрим, что там внизу было. Мы пропустили кусок территории.
портал это, конечно, хорошо. Но тут где-то еще было куда идти. Так, и все, это вся территория. Я херею. Так, там кто-то был, кстати, на карте было крестик. И имя чье-то. Лаборатория вечных? Это что за хрень? Ой. Даже не знаю, что это за локация такая. Так, где она-то? Какая-то госпожа. Давайте с ней побазарим. Ты не таракан? Занятно. Тараканы так досаждают мне. Черные, с четырьмя лапками, противные и колючие. А ты колешься? Если да, мои ленты сломают тебе спину. Малахаю нравились спины. Нравилась моя спина. Гладкая, драгоценная, самоцветная. Да что ты? Готовая умыть империю слезами. Не таракан. Ты умеешь плакать? Я умею. А ты умеешь умирать? Слезам нет конца. В этот самый день я нашла новый повод для слез. Не таракан. Что это у тебя? Моя катушка. Черные так хотели их, мои ленты. Хотели обернуть город черными лентами. Отныне и навеки это мои ленты. Отныне и навеки. Ненавижу вечность. Я бы выдрала прискуску кефаредов отныне и навеки из их глоток вместе с языками. Не таракан. Ты все еще здесь? А, благодарность. Я должна тебе знак признательности. Знак. Какой знак? Такой? Он тебе подходит? Не знаю еще. Так, давайте к силе. Тараканы вернутся. Они хотят забрать виток. Тот правитель тараканов. Другие жуки гудели его имя. Гравиций. Перейди реку, раздави правителя тараканов в его же гнезде. Мост? Он завален? Тогда возникает вопрос. Вопросы, вопросы. Я задавала их слишком много. Титус так и сказал. Я спрашивала, куда все девается. Наши отходы. Он приказал им показать. Под реку, в сточные каналы. Длинные, от берега до берега. Вонючие, гадкие, как кишки роа. Черное место, полное бессмертных. Прекрасные и высокомерные камениты стали мерз... Угу. Так, хорошо, давайте посмотрим, как оно меняется. Ну да. Я любила Малахая. Он дарил мне камни. Небесные самоцветы для своей царицы каменитов. Для своей мертвой царицы. Но я не хотела умирать. Малахай упрашивал. Ради него, ради империи. Я выбрала себя. Малодушную себя. Империя мертва, а я живу. Я живу, и живу, и живу, и живу. Титус,
Одно время я была любимицей императора. Но у Титуса было много любимец. Он наполнил ими весь перст Господень. Порой император выбрасывал мусор. Угодивших ему отдавали придворным и военной знати. Тех, кто не угодил, их отдавали волшебникам. Я болтала лишнее и задавала много ненужных вопросов. Меня отдали Малахаю. Моему дорогому, бедовому Малахаю. Понятно. Митаракан, ты мне нравишься. Ты умеешь слушать. Мне будет жаль, если тебя съедят бессмертные. Волшебная соль. Вот что. Так, хорошо. Уходи, Нетаракан. Ага, в доках она, да? Хорошо, а это что за дорога? Лаборатория вечных какая-то, я даже не знаю, есть смысл туда идти или нет. Давайте хоть глянем, где это находится. Ага, это же локация, я так понимаю. Угу. Давайте, потому что мы здесь еще не были. Надо посмотреть, что тут. Так, моего спящего разума коснулось видение иллюзорный... Так, иллюзорный дар. Я увидел ее машину грез во всем замысленном величии. Я проснулся за полночь лихорадки. Сегодня я закончил эту машину. С наступлением ночи поместил в нее первую из карт. Впервые отправился в мир грез. О, там я узнал, кто вручил мне этот бесценный дар, она знает обо мне, ждет моего возвращения. Было бы глупо обманывать его ожидания. Да? Что-то сюда карту можно поставить? Блин, давайте попробуем. Мне просто интересно. Буду рад поделиться с тобой уроком. Буду рад поделиться с тобой уроком. Давайте продадим что-то. Так. Блять, это еще забыли продать. Спрашивай. Так, оп, есть. Так, давайте эту карту возьмем, посмотрим, что она даст. Что тебе нужно? Отлично выглядит. Берегись теней. Они кусаются. Берегись теней. Они кусаются. Да? Храм Лунарис можно увидеть, если забраться достаточно высоко. Он за рекой на западной окраине города. С приходом черных стражей к облакам над храмом поднимается угольно-черный дым. Иногда западные ветры несут его сюда. Этот дым воняет хуже смерти. Понятно. Не пропадай. Царица Каменитов, она... немыслимо. Как она выжила? Почему не уподобилась бессмертным? Нет, нет. Эти вопросы могут подождать. Есть более насущный вопрос. Доберется ли до нее Эбеновый легион? Тебе пришлось потрудиться. Но теперь, когда катушка на своем месте, ленты не пропустят солдата Бенового легиона. Мы оба видели, что они могут сделать с человеком. Меня не интересует, помогаешь ты другим или только себе. Главное, что ты добиваешься успеха. Ты можешь пережить даже внимание царицы Каменитов. Я бы предпочел не встречаться с ней даже в кошмарах. Понятно. Вера — непревзойденный мастер. Она берет жалкую глину плоти.
и превращает людей в богоподобных каменитов. По крайней мере, об этом она разглагольствовала, когда вскрыла меня и засунула камень добродетели в мое нутро. Столетия назад то же самое от имени Императора проделывал Малахай. Камениты Титуса продолжают править с Андрией. Теперь мы зовем их бессмертными. Не геройствуй понапрасну. Понял. Не буду геройствовать. Так, моего спящего разума коснулось видение. Это я уже понял. И чё? Так, может, надо подождать? Я надеялся, что здесь что-то будет интересное, а тут чухня всякая. Так, теперь надо в доки идти. Где эти доки находятся? Что-то не вижу я доков. Блин, мы натыкались где-то в начале, по-моему, на них. Так. А, доки не шестое, это надо возвращаться, ёлки-палки. Так, давайте так сделаем. Я забыл просто о них, что они там. Так, храм Соляриса и передний край. Так, я думаю, доки где-то здесь. Так, хорошо. Больше ни хера не мы. Какие-то рыцари охраняют вход, в который я не могу войти. Очень интересно. Так, давайте искать эти доки быстренько. Здесь, я думаю, должны быть. Хотя, может, уже местоположение мы их поменяли. А вот они. Доки. Так,
что это? Ага. Давайте тогда быстренько и пройдем эту локацию. Если у нас, конечно, это получится быстро. Что за хрень? Так, тут все, тут уже тупичок. Нам тут соль эту надо найти. Дождик такой сделали здесь симпатичный. Блять, он чем клюет это говно? Какой-то носитель, блядь. Так, куда сюда спуститься, что ли, посмотреть, что тут творится? Здесь вроде ничего интересного нет. Что, попасть не могут, бедолаги? Достойный был противник. Что там средний флакон маны? Не, не пойдет. Такое дерьмо. Так, тут ничего, возвращаемся, нет? Угу. Хорошо, что нашли. Амулет, амулет, амулет. Дерьмовые, наверное, амулеты, но... Ага, надо быть с другой стороны. Так, а тут что у нас интересного? Великий флакон маны. Ха. Тоже мне нашли великий. О, волшебная соль есть. Так, задание. Сначала обойдем доки все, потом уже телепортнемся к этой красуне. Кружил на меня батон. О.
вихрь берем. Царь обезьян зовет тебя рабом. Нет. Ты истинное сокровище страны. Ты, а вовсе не камни, ради которых мы умираем. Пора схватить царя обезьян за ухо и сказать свое истинное имя. Какие-то загадками все говорят. Ничего пока не понятно толком. Но я думаю, мы рано или поздно узнаем, что тут от нас хотят. Так говно полетело тут еще. Зеленое уебище летает. Так, давайте посмотрим, что там, если подняться выше по лестнице. Интересного понял. Что за вихрь? Валят прилично. Хорош, поломали всех. Так, а что мы там взяли? Это не надо, так, это соль пригодится. Это что за нож? Так, урон, урон, урон. Угу. Не подходит нам такой нож. Перебили. Тут ничего интересного нет, нет. Давайте с этими лучниками сначала разберемся. Так, эти флаконы у нас есть. А это что за хрень? Какое знакомое лицо. Прежде чем произнесешь хоть слово, признаю, да? Я уже пытался убить тебя. Мне нет прощения. В тяжелую минуту прагматизм взял верх. Прошу, прими мои искренние извинения. Ну, что скажешь? Может, начнем сначала? Великолепно. Очевидно, что Всепламень даровал мне очередное возрождение из небытия. Однако фокус удался только наполовину. Я и не человек, и не дух. Я не жив, и не мертв. Я сущность, страдающая от различных ограничений. Понимаю, что с момента нашего примирения прошло так мало времени, но, увы, мне нужна твоя помощь. Тебе интересно? Чудно. Взамен у меня найдутся небольшие презенты, которые я преподнесу тебе одним щелчком своих призрачных пальцев.
Тебе всего-то и нужно, что принести мне кристаллический сосуд и сочный фрукт. Две незатейливые вещицы, которые так мучительно недостижимы для человека в моем положении. Ну надо же! Сосуд духа такой же элегантный, как и много лет назад, когда впервые мне попался. Нет человека без изъянов, но сие творение совершенно. Так, и чё? Ты наверняка знаешь о Малахае, ведь так? Даже будучи прагматиком, он часто искал потустороннее вдохновение в жидкости, именуемой «вино призраков». Для получения такого вина он создал сосуд духа. Я нашел эту склянку в свой прошлый приезд. Если поместить жидкость в этот кристаллический сосуд, она станет условно-призрачной. Уверен, ты понимаешь, как важен этот сосуд для твоего старого друга. Обычные жидкости мне просто не подходят. Увы, я томимый жаждой призрак. Я спрятал сосуд духа на рынке, дабы не вводить в искушение своих менее благочестивых матросов. Среди резных гербовых украшений отыщи льва, который танцует на волнах. Что-то он много хочет. Император Титус был заколот в спину. Это сделал его собственный префект во время восстания очищения. Скорбящие камениты похоронили Титуса в имперских садах и посадили над усыпальницей сливовое дерево. Так оплакивающие императора могли в будущем вкусить от славы его. Я нашел это дерево. Один из моих людей даже попробовал плод. Я никогда не видел таких мук, пережитых за столь короткий срок. Эта просьба, она может показаться необычной, но все-таки. Пожалуйста, принеси мне одну из слив Титуса. Хорошо. Эта форма имеет свои досадные ограничения. Раньше было еще хуже. Но посмотрим правде в глаза. Я великий человек, побывавший во всех уголках света. А сейчас я едва передвигаюсь. Представь, каково было добираться сюда от самой пещеры Сирены. Вот как обстоят дела. Мне придется вновь хлебнуть горе и отдать концы. Не переживай. Всепламень меня воскресит. При некотором везении я стану свободным. Но сперва придется умереть. Вдобавок насильственно, чтобы разжечь в артефакте пламя неистовой силы. Трагедию такой мощи может вызвать только плод. С другой стороны, что есть жизнь, как не череда тяжелых решений? Так, и бессмертные. Я бывал в Сандрии около 30 лет назад. 30 странных лет. Из канализации у реки на нас бросились исчадия, которых вы зовете бессмертными. Они убили почти всех моих парней. Эти бессмертные – мерзкая пародия на людей. Они даже и близко не похожи на приличное привидение вроде меня. Так, все понятно. Появились. Так, у нас задание, это, да, глоток надежды. Угу, понятно. Привет, привет. Сиди там и не рыпайся. Уже один раз получал люлей теперь. Так. Так, еще один кусок зоны остался. И уже можно идти по заданию с этой солью. Так. Эй ты, давай малыш поболтаем. Чё? О, Вилмар, ну давай. А ты выглядишь увереннее, чем в прошлый раз.
Чем больше шкаф, тем громче он падает. Так говорил мой старик. Если уверишься в своей силе в Рекласе, тебя рано или поздно уделает нежить. Ну, давай посмотрим, насколько... Хотел с ним поговорить, блядь, тут на тебе. Так, ботинки, опять щит, кольцо. Так, успейте победить Илмара за отведенное время. Ну, почему бы нет? Я представил, как кладу тебя на лопатки, как сам повалился на песок. Больше я не стану торопиться с выводами. Мне кажется, или к тебе благосклонен дух Дарисия. Конечно, его любимчиком остаюсь я, но признаю, у него широкая душа. Кстати, о широте души. Когда в следующий раз примчишься в лагерь Сандрии, подойди ко мне. Я думаю, нам будет о чем поговорить. Понял. Такие тапочки. Одели себе. Так, хорошо. Да, вроде нормально все. Так, что у нас тут еще есть интересного? Так, второй уровень уже у него взяли. Забили его как мамонта, блядь, дикого. Так, у него что тут нихера не будет? Наверное, все. Флакон жизни просто офигенный. Так, идем к порталу. Отнесем сейчас соль этой козе и посмотрим, что будет дальше. Так. Сюда. Возле нее портал, очень удобно. Волшебная соль у тебя? Ах ты запасливый нежук. Дай ее мне. Я внимательно следила за работой Малахая и точно знаю, что надо делать. Капля колдовства, щепотка безумия, крупица богохульства и пылающий тальк готов. И что это за хрень?
Сожгите бессмертную преграду с помощью пылающего только. Пылающий тальк. Этот порошок очень легко взрывается. Мельчайшие крупицы пылающего талька заставят камни плавиться и вскипать. Для бессмертных он будет подобен солнцу, взошедшему в глубинах плоти. Не таракан? Они сгорят за свои прегрешения. Они сгорят. Оставь меня. Понял. Ага, в канализацию надо будет пойти. И тогда тут... Ну, тут тоже преграда есть. Бессмертная преграда. Так, это что у нас тут есть? Глоток надежды. Понятненько. Я думаю, нам надо сейчас в поселок вернуться. Это что такое, Вилмор? Говорят, у тебя появился свой угол? Не спрашивай, кто такой Зоркий. У хорошего бойца везде свои люди. Налаживать быт – дело хлопотное. Я по опыту трех своих бывших жен знаю. Тут тебе повезло. Я как раз подыскиваю для себя теплое местечко. Соображаешь, куда клоню, а? Возьмешь того, кто будет точить ножи? Так, а что у тебя там купить можно? Двуручный меч. Блять, два красных. Да, я, наверное, его приглашу по-любому. Так, сейчас посмотрим, кто у нас самый хуже в убежище. Господь так. Не оставит тебя в изгнании. Тут может быть... Ух ты, блядь. Кольчуга. Так, есть такое. 145 брони, наконец-то. Так. Интеллект, повышенная броня, энергетическая щита, максимум энергетическая щита. Сопределяется мани, ускорение после оглушения. Синие. Ага, два желтых куда? Внезапный удар и двойной удар. Ага, двойной удар зелененький. Понял. Так. Синий и желтый. А это что у нас? Внезапный удар. Это что? Можно нахер убирать. Так. Есть. Что тут, красные камни еще появились. Красные, синие. Надо, кстати, будет посмотреть. А что тут есть? Ух ты, интересно. Куча маны еще забирай. Так, этого чувака, наверное, мы не трогаем. Очередной день впрок. Так, это что у нас тут? Блестящий коготь. Нахрен. Видите, чуть-чуть все-таки преобразились мы. Так.
Так, ко всем атрибутам. Так, хорошо. Ух, выглядим уже получше, намного. Уже нет этой красной рубашки хотя бы, блин. Ага. Так, что у тебя можно купить? Так. Кольчужные сапоги, щиты красивые здесь. Так. До следующего раза. А тут что у тебя можно? Колун, блин. Вот это хороший такой. Давайте возьмем. Пускай будет множитель урона. Так, отпустить Хаку. Воин. Так. И берем этого чувака. Буду рад поделиться с тобой уроком. Ха! Я знал, что с головой у тебя в порядке. Ну, а ты думал. Так, давайте... Очередной день в проклятом краю. Господь не оставит тебя в изгнании. Что он хочет? На этом колесе фортуны я довожу клинки до смертоносного совершенства. Чуть подправлю здесь, поколдую там. Вот и готовы лучшие железки для ближнего боя. Хочешь, выбирай, а хочешь, сделай. Я научу тебя как. В Реклости лучше быть мастером на все руки. А-а-а. Так. Этот станок можно влепить. Так, готово. И что тут можно делать? А-а-а. Офигеть. Нельзя ни хера, понял. И это нельзя. Обалдеть. А я надеялся. Угу. Так. Так, у нас еще красный и синий есть. Сейчас посмотрим, что у нас там. Так, карту можно оставить, я думаю. Давайте глянем, что у нас тут по синему есть. Понял, это что такое? Так, это что? О, добавляет урон, да? Это интересно. Давайте поставим. Так, а что есть по красным камням?
все, да, вроде бы. Да. Так, можно возвращаться. Еще чуть-чуть, и мы уже пройдем третий акт, я думаю. Так, что тут можно с кем-то еще поболтать? Каламуана. Это бывшие жители Сандрии. Бессмертные здесь уже сотни лет. Предоставленные самим себе, они могут не умирать веками. Но все-таки они смертны. Их можно убить. Хоть это и нелегко. Я все сказала. Понятно. Здорово. Тебе что-то нужно? Нет. Привет. Все понятно. Ну что ж, давайте на этом заканчиваем видео. Уже в следующем продолжим наше путешествие. С вами был Олегич. Это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. До встречи.